Сьогодні відомий миколаївський краєзнавець Євген Горбуров разом з сином, депутатом Миколаївської міськради від фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Кирилом Горбуровим презентували книгу історії Миколаєва «Екземпла доцент. Приклади навчають». «Екземпла доцент» – книга, що в переводі з латинського «Історія повчає», яка зібрана 18 очерків, написаних нами в 2016-2017 году, рассказывающие об интересных людях, интересных событиях, которые происходили в разное время, начиная от 18 века и до наших дней в городе Николаеве и Николаевской области. Здесь рассказывается и о людях мирных профессий, о военных кораблях, построенных на верфях Николаевских заводов, о воинских формированиях, которые находились здесь, расквартированы были в городе Николаеве. И много других интересных исторических вещей. Самое интересное, что книга иллюстрирована более 180 фотографиями и фотодокументами, 95% из которых читатель просто увидит впервые. Они нигде не публиковались, это в основном из частных коллекций, которые находятся не только в Николаеве, но и за рубежом. И нам удалось на протяжении нескольких десятилетий эти просто артефакты снять копии, сфотографировать и использовать при написании этой книги. Очерки появились в течение 2 лет, но сбор материалов, естественно, это обычная практика. Оно идет не один год, не два, не три, а отдельные вещи. Приходится, да и вот сейчас уже вышла книга, а можно было бы уже по отдельным очеркам писать продолжение, потому что всплыли новые факты, всплыли новые документы. То есть это еще раз доказывает, что история, она имеет непрерывный процесс. Документы присылали нам из ближнего зарубежья, связывались и представителями дальних зарубежья, чтобы получить интересующую нас информацию.